Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Очень давно я не записывала точную роспись. Почему-то в последнее время у меня накопилось очень много дел. Но действительно, мы были с дедушкой, который вот недавно у нас умер. Мы 8 месяцев почти ухаживали за ним. И я практически ничего не делала по дому. А сейчас и ремонт небольшой затеяли, и какую-то уборку, и то, и другое, и третье. Ну, в общем, и совсем вот расписывать, я уже месяц, наверное, ничего не делала, не подходила, хотя у меня руки чешутся, я это люблю делать, я это с удовольствием делаю, но нет времени, хочется и другое, и другие дела тоже сделать, это тоже с удовольствием делаю. Я вообще домашнюю работу всю люблю, и рукоделие свое я тоже люблю. Еще у меня заказы небольшие есть, очень тоже меня радуют, я с удовольствием тоже делаю. И недавно мне пришли обложки. В Сималэнде я их заказываю, и мы там покупаем товар для своего магазинчика, и заодно я и для своего рукоделия тоже там беру. Мне нравится и цена, и качество, я уже знаю, что брать, что не брать, и поэтому с удовольствием уже покупаю то, что мне нравится. Вот эти обложки, которые последние, вот у меня был закуп, я взяла несколько штучек, но мне настолько они понравились. Кто мне постоянно смотрит, помните, я думаю, как это на гладком-то ставить, как это будет. Я же ведь несколько лет делала вот на таких обложках. Сейчас покажу. Вот на таких. Это искусственная кожа, но они тоже носятся очень хорошо. Это искусственная кожа, хорошая. И на них я делала, она такая шершавенькая, точки тоже ложились хорошо и ложатся. А это гладкая, думаю, вдруг будет ехать на этой гладкой поверхности, но ничего подобного не произошло. Точки, наоборот, очень крепко держатся. Ну и люди сами по себе любят натуральную кожу, а это натуральная кожа, а это искусственная. Как скажешь искусственная, нет, хотят натуральную, хотя это носится тоже очень-очень хорошо и тоже долго, и не рвется ничего. Ну, в общем, этот раз я думаю, дай-ка я закуплю только эти, не буду никакие больше покупать. Но я прямо вот так, такие они классные, вот несколько цветов взяла. Вот черные, коричневые взяла. Коричневых у меня много получилось. Вот. Ой, разбежались. Вот такая основа. Такая бордовенькая, натуральная кожа. Хорошие обложки. Даже несколько экзотических цветов взяла. Синий, красный, зеленый. Ну так, для разнообразия. Что все на темноте, думаю, когда-то и темными контурами здесь что-нибудь нарисую. И если честно, мне вот просто так как-то их расписывать-то и уже и не очень-то хочется. Я хочу, чтобы вы мне заказывали, чтобы я уже делала определенный рисунок под определенного человека. И я уже поняла после всех вот этих заказов, что, оказывается, я могу и повторять рисунки. Мои видео с мастер-классами очень-очень мне помогают. Я вижу, как я рисую, и сделала для себя еще отметку, что когда я рисую карандашом, мелом, все рисовать и показывать на видео для себя самой. Порой остановлю и смотрю, так, как же у меня там нарисовано, как же у меня, куда же линия-то это идет. Сейчас надо мне постоянно уже показывать, как я рисую. Ну и, естественно, эти контуры я все смотрю и делаю повторы. Конечно, они немножко отличаются от оригинала, можно сказать. Но оригинал-то что, это тоже мой. Но все равно мне понравилось делать повторы. Я с удовольствием. Заказывайте, девочки, я очень недорого беру всем. Теперь я уже точно знаю, мне было как-то и неудобно, вдруг не понравится людям, как-то не то и не так. Нет, все, кто получил мои сейчас эти обложки, ежедневники, досточки, тарелки уже высылаю. Всем все нравится. Так что я могу смело сказать, что я за свою работу отвечаю. Работа очень, ну, хорошо носится, как в виде обложки, а уж декоративная тарелка стоять будет она бесконечно долго. Ну, про тарелки я еще отдельное видео сделаю, покажу все, что у меня есть на продажу, может быть, кто-то и
Ну, пожелает у меня ее купить. Сейчас про обложки. В общем, вот такая красота у меня появилась. Вон их сколько много. Штук 50, наверное, я заказала. Так что делайте заказы. Делайте. Я сделаю работу, любую работу. Вот женщина одна пришла и говорит, знаете, мне вот нравится, вот вы показали, ну, те обложки, которые у вас есть, а я вот хотела бы вот такую обложку. И сказала, какого числа я ее сделала, эту работу. Я посмотрела и ужаснулась. Думаю, как же я ее сделаю? Думаю, у меня вообще, у меня даже там и рисунка никакого не осталось. Ну, я честно написала, говорю, если получится, вот смогу, сделаю. У меня нету и ни шаблона такого уже, я сама руками вырезала. Я говорю, я вырежу примерно. Если получится, то я вам сделаю. Но это очень сложная работа была. Она и на видео очень сложная, и делала. И я ее сделала, я ее сделала. Женщина получила эту обложку, но к этой обложке она еще некоторые брала. И мне пишет... Я, говорит, наглая, конечно, но я бы вот такую обложку вот хотела бы еще раз повторить, но в других цветах уже. Я, конечно, но не настолько я уже это, как сказать-то, выразиться-то, такой специалист, что могу, знаете, как автомат копиром это делать, но... Согласилась, но, правда, я еще не бралась за эту работу, ждала все, когда мне придут вот эти обложки, у меня уже не закончились, вот, и буду делать еще раз этой женщине уже третий, ой, ну, первая у меня была, это уже вторая, и третья обложка уже буду этой женщине снова брать, это как там ковер, ну, типа ковра, вырезана моими руками и сделана. Вот, такая полемика. Но сегодня я сделаю обложку самую простенькую. Вот просто-просто немножко отвлекусь от всех домашних дел. Вот такую мы сделаем. Она у меня бракованная. Вот тут, так вот она такая вот тут лежит. Вот так вот тут кем-то... Она мне не одна такая, кстати. У меня их две или три. Вот как-то, ну, бракованная была. Ну, ничего, подарю. Дареному коню в зубы не смотрит. Вот тут эмблемка, я ее так тихонечко убираю. Вот так. Пусть это будет, ничего страшного, мы все это точками заделаем. И простенький, самый простенький рисуночек сделаю. Вот так. Всегда, кстати, хотела сделать, но как-то все откладывала. Рисунок вот просто по периметру вот так вот ставить точки, что получится. Ну, такой маленький для меня отдых, ну, и вам небольшой будет релакс. Все, встретимся после того, как я закончу эту работу. Thank you.
Закончила я свою работу, отдохнула я ее, за часик сделала. Ну, такая простенькая, самая-самая-самая, что ни на есть, наипростейшая. Но все равно я люблю ставить точки, я люблю рисовать. Ну, вот в данный момент заморачиваться мне не надо было. Мне надо было быстренько-быстренько оскому сбить и успокоиться. Немножко кривовастенько, как всегда. Прямые линии вообще трудно сделать. Ну, ничего. Это просто идея для тех, кто начинает делать или даже кто много работает. Иногда можно и такую простую работу сделать. Здесь у меня применен, значит, жидкий жемчуг золота, голубой и белый он называется, или как? Так, перламутровый белый. Это я уже, надо мне не забывать, обязательно на каждом видео рассказывать, какие я применяю контуры. Для меня же самой, теперь мне уже нужны повторы, поэтому мне надо обязательно проговаривать. Бронза, золото, мятный, голубой и белый. Бронза, золото, мятный, голубой, белый. Вот, чтобы мне потом самой видеть, какие я применяла цвета. Ну и все. Вот этот. Ну, ничего кому-нибудь подарю, ничего страшного нету. И я как-то еще сделала тоже вот такую обложку, тоже на такой же основе. Даже пыталась вам записать, а потом думаю, да ну какая-то тоже кривовастенько получилась она мне. И тут геометрический рисунок, ничего здесь такого особенного. Ну и вот в этом видео показываю, может кто-то остановит просто видео и посмотрит. Тоже идея, просто идея для обложки, для паспорта. Вот так это смотрится, хорошо носится, замечательно. Ну, ладно. И это вот, вот так она будет у нас смотреться, носиться. Кто там сильно будет рассматривать, кривовастенько или нет? Ну, это я только вижу, ну и вы видите вместе со мной. А нас 5000 всего, нас не 150 миллионов даже. Ладно, спасибо за то, что вы смотрели, что вы со мной, пишите комментарии, ставите лайки. И до новых встреч!